Русский народ любит всевозможные праздники, да с обильным застольем. Рождество католическое и православное, Новый год по старому и новому стилям. Все это мы уже отметили, но приближается еще один Новый год по восточному календарю. Не пропустим мы его. Кстати, в 2015-м по китайскому календарю наступает 4712 год. В следующем году нашим талисманом станет синяя деревянная овца или коза. Так давайте приготовим блюда, которые придутся ей по вкусу. Во-первых, это овощи и фрукты, празднично, красиво оформленные. Покажу с банана. Можно как сделать украшение для вашего стола. Банан нам нужен спелый. Да, но не с черными пятнышками, чтобы был желтенький. Делаем с вами, сделаем вас дельфинчика, надрежем ему здесь носик, так, лишнюю часть мы отрежем, так, чтобы у нас бананчик стоял, чтобы это был у нас дельфинчик. Так же, как карандашом, только у вас ножик, да, рисуем глазки. Та часть, которую мы с вами проткнули ножом, да, нарисовали, она у нас почернеет, поэтому будет нарисована как карандашом. Так, вырезаем ему плавники. Немножко так загнем, чтобы они у нас торчали. Вот такой получится у нас дельфинчик. Можно ему туда в носик, в ротик, то есть засунуть апельсинчик, виноградик, что у вас будет на столе. И также можно сделать еще бананной лодочкой. Также надрезаем, как будто рисуем карандашом по бананчику. Верхний слой кожуры убираем этот. Вот, получилось как лодочка. А теперь все эти, весь банан делаем, на кусочки разрезаем. Также можно это украсить нашими декоративными украшениями для столов. Можно взять зонтик, различные флажки. Вот такой получился у нас кораблик с вами. С ананаса можно еще сделать тоже очень красивое блюдо, оформление банана, ананаса. То есть возьмем с вами целый ананас, здесь он у меня уже вырезанный. Значит, ножик, мякоть прям по кругу вырезали, да, там тоже как бы надрезик сделали, то есть внутри. Так, и у нас получается, вынимаем целую мякоть. Вот. Надрез делается по кругу. Здесь чуть-чуть воткнули, надрезали самую серединку и там поправили. Вырезали мякоть. Эту мякоть мы нарежем на ломтики уже, да? И одели нашу крышечку, как будто у нас ананас с вами целый. Когда у вас пришли гости, вы открыли крышечку, и у вас там кусочки ананаса. Вот такой секрет. Какой же новогодний стол без праздничного салата? У каждого есть свои любимые рецепты, поэтому сегодня мы лишь покажем, как украсить блюдо так, чтобы символу грядущего года, козочки, он понравился. Сейчас я вам покажу, как можно украсить любой салат. Для этого нам понадобится отварное очищенное яйцо, и мы с него вырежем ромашечки. Берем ножик, вводим его в яйцо
И по кругу начинаем резать. По кругу и пришли к этому месту, где начинали. Так, снимаем, получается ромашечка. Так, все это я выложу на зелень, так как у меня салата сегодня нет, но у вас дома вкусные, я надеюсь, приготовленные салаты украсят ваш салат. Очень быстро и удобно. Для этого я взяла ножик ребристый, да, ножик предназначен для масла. И вырежем с вами вот таких три ромашечки. Для того, чтобы нам доделать, мы туда положим красную икорку. Вот так можно оформить свой салатик. При выборе блюд для новогоднего стола, согласно восточному календарю, следует учитывать не только признаки, характерные для будущего талисмана, но и для его стихии. Поэтому от мясных блюд в этот раз придется отказаться. Ведь коза – закоренелая вегетарианка и может употреблять даже отходы с кухни, но только не мясо. Если же вы считаете, что овощами, фруктами сыт не будешь, можно пойти на компромисс с вегетарианством и приготовить морепродукты. Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим необычное блюдо кольца кальмаров в кляре. Для этого нам с вами понадобится крахмал, панировочные сухари, кольца кальмаров и яйцо. Так, берем посуду, высыпаем туда 100 грамм крахмала, одно яйцо. Его разбиваем, берем вилочку, то есть все это смешиваем, чтобы у нас получилась такая жидкая смесь. Если у нас получается густая масса, то нам понадобится еще одно яйцо, также его разбиваем. И размешиваем. Чтобы не было комочков, то есть вот прям размешиваем, комочки мы раздавливаем. Вот у нас получилась такая вот жидкая масса. То есть берем кольца кальмаров, опускаем в жидкую нашу массу, обволакиваем их хорошо, кальмар в этой массе в нашей. Потом в панировочный сухарь, то есть обволакиваем его. Чтобы внутри тоже как бы было все в сухариках, аккуратно это все выкладываем. Получается у нас вот такие круглые колечки. То есть за счет того, что у нас крахмал, когда мы будем жарить кальмары, они у нас получатся круглые, красивого золотистого цвета. Если у нас будет вместо крахмала мука, то есть у нас не получится кольца, просто не будет формы круглой. А если у нас будет крахмал, то есть это будет у нас красивая круглая форма. Когда мы будем жарить, то есть он станет круглым. Солить не надо. То есть если мы посолим вот эту нашу жидкую массу, при жарке в масле кальмаров будет у нас стелять масло. То есть солить не надо. Солить можно уже когда пожаришь, по вкусу. А когда вот эта вот жидкая масса, нам ее солить не надо. Затем потом вот эти вот кальмары, которые мы обваляли их в нашей жидкой массе, в панировочных сухарях, мы будем опускать это в кипящее масло, и получится у нас красивые кольца. Вот у нас получились золотистые кольца кальмаров. Теперь мы все это выкладываем красиво на тарелочку. Украсим мы это все зеленью. И это будет очень красиво выглядеть на праздничном столе.
такое вот у нас получилось красивое праздничное блюдо — кольца кальмаров в кляре. Приятного аппетита!